Недавний снегопад в районе принес жителям много проблем. Одна из них – повсюду лежащие ветки и даже стволы деревьев. Они сломались под тяжестью снега, обрывали провода. Неблагоприятные погодные условия принесли много работы администрации Северского поселения. Начата уборка территории. Стартовали в центре станицы. В районе рынка упало немало крупных веток, которые мешали проходу людей. Немало деревьев поломалось и в парке имени Пушкина. Одно даже вырвало с корнем. Оказалась повреждена дорожка, покосился фонарный столб. На деревьях все еще остаются ветки, которые сломались не до конца. В любой момент они могут оторваться. Будьте осторожны.